Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам показать, как мы подготавливаем участок для посадки клубничного маточника. В прошлом году здесь была клубника. Я вам показывала фото и видео обзоры с этого участка. Весной была высажена горчица, и сейчас горчица начала зацветать. Начало цветения горчицы — самое время ее скосить. Это сидират. В этом году горчица, в прошлом году были злаковые. Соответственно, мы ее косим. Ну, не мы, а муж ее косит. Значит, косит он ее не просто вот скашивает под низ и кладет стебель. Он ее сечет в несколько приемов. То есть сначала по верху проходит, потом пониже, ниже, ниже. То есть, ну, вот в несколько приемов. Для чего? Сейчас ветер, конечно, очень такой не очень хороший. Для чего? Для того, чтобы потом можно было мотоблоком ее заделать. Стебель у нее достаточно высокий, и если ее просто скосить, ну, то есть над уровнем земли, побеги будут слишком длинные, они будут наматываться на мотокультиватор. И поэтому ее вот так вот немножечко сечем. Затем биофунгицидные, биоинсектицидные, биокарицидные, ростостимулирующие микоризные грибы будут смешаны в баковой смеси, споровая масса. Про грибы я уже говорила, что я их выращиваю сама. Занимаюсь я выращиванием грибов в зимнее время. Готовь сани летом, а телегу зимой. Это вот можно сказать так про грибы. Потому что летом их выращивать некуда. И, соответственно, после того, как мы опрыснем вот эту вот уже посеченную траву, будет заходить муж с мотоблоком и ее заделывать в почву. Данная трава будет являться пищей для грибов, которые будут в дальнейшем защищать нашу клубнику и помогать. То есть грибы являются помощниками и защитниками клубники, а горчица поднимает из глубоких горизонтов питательные вещества. У нее мощная корневая система. Она с глубоких горизонтов поднимает питательные вещества, накапливает в листовой массе. И затем, будучи разложена микроорганизмами, является также питанием для клубники. Ну и также микориза помогает клубнике питаться. Ну вот на сегодня все, что я вам хотела показать и рассказать. После того, как заделаем, застелим также вот спанбондом. И по мере подготовки рассады будем ее высаживать. Но это будет не скоро, это будет ближе к осени.